C&A, caps, hats, короче, тут эти кепки, шляпки, C&A, сток. Все новые с этикетками. 128-152 указан рост, это примерно на 8-12 лет. Лот небольшой. А, не вижу, сколько весит, сейчас скажу. Так, шляпка. Интересно, тут, по-моему, у нас, да, написано Pure Wool, то есть чистая шерсть, чистейшая. Сколько? 5. 5 кг. Так, ну, панамка, да? Обычно рыбаки одевают. Кепка. Тоже прикольно. Все новое. Так, лот небольшой. Ну, летние головные уборы. Кепки, шляпки. Кстати, в основном бэшные. Вот даже детские шапки встречаются. C&A. А что еще могу сказать? Вроде ничего, нормально. Давайте смотреть. 68 это указан рост. Детские встречаются, но их вроде не так много, по крайней мере, в начале было. Марка Baby Club. Кепс. Хэтс. Так, Гавайи. От 8 до 12 лет. Панамка. Так, тоже от 4 до 7. Так, дальше яркая шапка. С покемонами, по-моему. Или нет, или мне кажется. Так, еще одна кепка. Ух ты, смотрите, козырек здесь у нас, конечно, ведь придется выравнивать, как-то выпрямлять, если это вообще физически возможно. Так, для заказа брони, как обычно, пишите, звоните Эльвире, пусть она там не скучает у компьютера. Можете звонить по номеру 8 800 2007 127, звонки бесплатные. России. Тоже вот интересная такая штука. Так, много-много детских все-таки кепок, шляпок. Яркие. Ну, это сток. Кстати, вот мы недавно выкладывали Голландию, да, экстра, но на этот раз это уже вот сток. Есть отличие. Второй слон на козырек. Я правильно произношу это слово, да? Это прикольные слова попадаются. Так, вот тоже козырек, видите? Третий уже. Иногда экстра бывает лучше, чем сток, поверьте. Так. Нет, я ни в коем случае не говорю, что кепки плохие. Хорошие кепки. Сан-Фран. Мидтаун написано. Так, 8,6 сантиметров. Это, наверное, рост. Вряд ли что-то еще. Шляпка. Тоже 8,6 сантиметров. У нас на трех кепках, по-моему, были сломанные козырьки, а так в основном все нормально. Преобладает, конечно, количество кепок, да, здесь больше. Также встречаются шляпки панамки. Много детского. Это у нас мастер Йода. На этой кепке изображен. Динозавр какой-то. Так, лот небольшой, всего лишь 5 килограмм. Давайте долго не будем все это снимать. В принципе, все новое с этикетками. Соломенная шляпа. И тоже вот есть, попадается еще одна шляпка. Кстати, козырек попался. Я думал, козырьков тут не будет, но все же они есть. Кстати, принцесса Софии. Мультик прикольный, такой позитивный. Наивный, правда. Правда. Смотрю иногда. Так, ну, по-моему, вот все сейчас. Вот буквально пару штук и все, и я закончу. Можете выключать. Так, ну все, вот. Мужская, кстати, кепка. Цвет прикольный, интересный. Так, что-то мне падно, да не все сразу. Все, вот, все, все, вот это последние кепки. Напоминаю, это C&A, Hats, Caps, сток. И на этом все.